Всем привет! Сейчас специально для канала Банковский мы поговорим о том, не работает приложение ВТБ, причины и что делать. Разработчики мобильного приложения ВТБ онлайн постоянно его модернизируют уже в течение 5 лет, но, конечно, бывает так, что мобильное приложение не загружается, не реагирует на какие-то действия или вообще просто не выполняет определенные операции. И стоит отметить то, что, как правило, мобильное приложение подтормаживает в том случае, если происходят параллельно еще какие-то работы на официальном сайте ВТБ. Для интереса можете зайти сначала на официальный сайт, посмотреть, возможно, он не работает тоже. Еще есть такая небольшая закономерность, что даже если мы сравним оценки на Google Play и на App Store, то есть с Android и iPhone, то с iPhone рейтинг больше. И, как правило, пользователи именно андроидов говорят о том, что приложение достаточно часто тормозит, достаточно часто не загружается, не функционирует, не реагирует на какие-то действия и так далее. У айфонов все достаточно лучше, у айфонов приложение практически не тормозит, всегда выполняет все операции быстро, всегда загружается и так далее. Но если ВТБ, неважно с Android или с iPhone, не загружается, то, конечно, в первую очередь проверьте ваш телефон. Возможно, у вас плохое интернет-соединение или оно вообще отсутствует, потому что мобильное приложение, конечно же, функционирует только при помощи интернета. Проверьте, перезагрузите, можете перезагрузить телефон, можете, например, проверить кэш. Нужно его, конечно же, периодически чистить, либо чистить от вирусов. Это тоже, возможно, является причиной того, что какой-то определенный вирус, может быть, блокирует вход в определенное приложение на телефоне. Если ничего не помогает, если, например, у вас все с телефона в порядке, вы в нем уверены, то тогда это уже проблема со стороны именно ВТБ. Конечно, есть такие случаи, как абсолютно у любого приложения, абсолютно у любого банка, здесь исключений нет, что ведутся различные технические работы, есть различные сбои, иногда бывают сбои, например, в какие-то крупные праздники, что даже невозможно выполнить какие-то операции. Так что нужно подождать в течение 3-4 часов. Это, как правило, максимум. Но если ничего не происходит, если мобильное приложение никак не реагирует, то в этом случае, конечно, необходимо связаться с сотрудниками ВТБ банка, уточнить, есть ли какие-то технические работы, есть ли какие-то сбои, либо же такая проблема только у вас. Ну и уже остается один единственный выход, это просить помощи, разбираться с ситуацией именно у сотрудников ВТБ банка. Ну а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято специально для канала Банковский. Если оно оказалось для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания.